На ремонт благовещенских дорог в этом году власти планируют потратить 200 миллионов рублей. На реконструкцию некоторых участков областного центра в городском бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. Еще 150 миллионов должны поступить из областного бюджета. Главной проблемой для благовещенцев стала улица Студенческая. Начать ее ремонт планируют в этом году. Разрешенное дорожное покрытие заменят полностью. Также заасфальтируют участки по Октябрьской в районе 47-го детского сада, по Красноармейской от улицы Чайковского до Пушкина. Все проекты уже разработаны. Сейчас в управлении ЖКХ рассчитывают затраты. Текущие ремонты дорог запланированы в Архаринском, Серышевском, Бурейском, Свободнинском, Тамбовском и других районах Приамурья. Капитальный ремонт в этом году продолжится и на участках дороги Зия-Тыгда. Все работы, по словам специалистов, начнутся сразу после потепления.